Так, готовы, байкеры? 3:15 уехали. Активно провели гонку юноши 2000 года рождения, а также младшие мальчики. На трассе с крутыми подъемами и поворотами первоуральские велосипедисты составили серьезную конкуренцию представителям других городов. Спортсмены пошли по трассе. В результате наши спортсмены взяли большинство призовых мест. Никита Уланов финишировал вторым, третьим – Виталий Беленко. Следом финиш пересек, показав четвертый результат – Руслан Закиров. Такой же результат в возрастной группе старших юношей показал Иван Кашин. Какого-то мгновения не хватило Руслану и Ивану, чтобы оказаться на пьедестале. Самые юные мальчики у нас в возрастной группе. Комаров Егор занял второе место, Чернышов Сергей занял третье место. Младшие девочки, которых нас приветствовали аплодисментами, приветствовали криками «Ура!», там заняли весь пьедестал. Весь пьедестал занят был нашими первоуральскими девочками из Первоуральска. Ксения Мадинова заняла первое место, Кирякова Кристина и второе место, и Лена Сычева заняла третье место. На старте у нас не повезло Комарову Егору и Чернышову Сергею. Когда на старте получился завал, лидер нижнетагильской команды, юноша, оторвался в отрыв. Естественно, нашим ребятам не удалось их догнать. В возрастной группе юниорок лучший результат показала Ольга Украинцева. Следом финишный створ пересекла Любовь Гайнединова, показав второй результат. Гонка была тяжелой. Стартовала нормально. Вот. Проблемы были с велосипедом. Упала. Ну, не заметила, как круги, конечно, пролетели. Но все равно старалась, пыталась, боролась до конца. В возрастной группе «Старшие девушки» лучшее время показала Эльвина Лутфулина, финишировав в гордом одиночестве. Ксения Иноземцева, Владимир Махмутов, Интера ТВ.